Всем теплое летнее здрасте! Хотим вам рассказать про отличный отель «Приморский дворик», который находится в Крыму в поселке Приморском. Отель расположен прямо напротив новой набережной, и к главному входу отеля ведет красивая лестница. Забор, ворота, калитки выполнены в едином стиле – под замок, из камня, ковки и зелени. Смотрится очень стильно. Сразу перед входом большая набережная и пляж. И прекрасный вид на Черное море. Заходим в калитку и попадаем на уютную просторную территорию отеля. Сразу перед входом главное здание отеля и небольшой фонтан. На территории отеля много зелени, цветов. Кругом лавочки и оригинальные деревянные стульчики. Почти вся территория отеля вымощена плиткой и камнем. Кроме главного здания, где находится ресепшн, столовая и номера комфорт, люкс, полулюкс, есть здания с номерами и полувинтовыми стильными лестницами. Есть уголок для любителей мангала и барбекю. Тут качели, беседка, ну и само место, где можно приготовить вкусности из мяса. Слева от главного входа летняя беседка, окруженная кустами роз, где можно позавтракать, пообедать и поужинать. Главный вход. Просторное помещение, где расположен ресепшн, вход в столовую и летнюю веранду. Помещение красиво оформлено. Роспись стен, картины, колонны, диваны, кресла очень хорошо и стильно смотрятся. Выход на задний двор. Слева новое здание с номерами. Проходя до конца через парковку, попадаем к калитке и воротам. Через эти ворота происходит движение автотранспорта. На наш взгляд, автомобильная парковка здесь очень даже приличная. У главного здания 4 этажа. По лестнице попадаем в номера комфорт, люкс и полулюкс. Даже на лестнице чувствуется комфорт и уют. В пролетах между этажами есть где посидеть. На стенах картины, много цветов. На сайте отеля очень хорошо показаны номера. Мы хотим поподробнее рассказать и показать номер полулюкс. Тут просторное помещение, два окна, стол, стулья, двухспальная кровать с удобным матрасом, большой вместительный холодильник, чайник, дополнительное место, еще одна кровать и балкон с видом на набережную.
Кухня в приморском дворике очень даже ничего. Кормят тут вкусно, по-домашнему. Здесь за приемлемые финансы можно хорошо и вкусно перекусить. Само помещение главное, как мы считаем, очень красивое и уютное. Сама столовая как бы разделена на три части. Два основных помещения – это внутри здания, и одно – это летняя веранда. С наступлением сумерек на территории отеля особо приятно отдохнуть. Подсветки немного, но этим и прекрасна атмосфера отеля. Полумрак, разные цвета ламп, освещенности создает спокойную атмосферу. Смотрите сами. Приезжайте в Крым, в поселок Приморский, отдохнуть в отеле «Приморский дворик». Мы думаем, вы не пожалеете. А мы говорим вам до свидания, всего хорошего, до встречи на нашем канале.